Дети читают стихи для лабиринт.ру. Хольна Ксения, 11 лет. Вера Кушнир, Рождество. Снова елки в витринах, блестит мишура, Дед Мороз с бородой из ваты. Рождество с нетерпением ждет детвора, дни и ночи для них длинноваты. Этот праздник вошел в обиход у людей своим светом из лампочек ярких. Центром стал у него Дед Мороз-чародей, целью стали гостинцы-подарки. Но не выкинешь то, что свершилось тогда, пенье ангелов шум не заглушит. И сияет, как старь над младенцем звезда, и ничто ее свет не потушит. И поныне в пещеры убогих сердец она свет свой святой проливает, и чудесную силой небесный Отец к новой жизни людей возрождает. И рожденные свыше живые сердца каждый год видят снова картину, как рука всемогущего Бога Отца плоть дарует единому Сыну. Видит ясли в пещере пречистую мать и младенца Христа на соломе, пастухов на полях, что спешат возвещать о рожденном в хлеву, а не в доме. Мир погряз в мишуре, ослеплен суетой, снова елки сияют в витринах. О, как нужен ему свет звезды золотой и спасение вечного Сына!